Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационно-просветительская передача «Свет миру». В среду 10 мая в Михаило-Архангельском храме села Демшинка Добринского района состоялось торжественное архиерейское богослужение в честь праздника Преполовения Пятидесятницы, древнего христианского праздника, отмечающего середину между Пасхой и Троицей. Литургию совершил Преосвященнейший Ефимий, епископ Усманский, в сослужении секретаря епархии протоиерея Василия Бельчука, благочинного Добринского церковного округа протоиерея Александра Адоньева и духовенства епархии. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Наименование праздника Преполовения церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего, что Господь в третий год своей проповеди в Преполовение праздника Кущей пришел в Иерусалимский храм и учил. В дни подобных праздников верующим особо дороги службы, совершаемые архиереями, духовными наставниками и учителями христиан. Как благодать Божья на нас сошла, торжественность, вот эта вот служба такая красивая, величественная. Конечно же, для нас это очень волнительно. Я постоянно присутствую на всех богослужениях, но архиерейская служба для меня является особенной, потому что наполняется особенной радостью и особенной благодатью. И получая благословение от владыки, как бы дела совершаются сразу, все и сразу. Мы ждем владыку, с ним можно поговорить, может задать вопросы. На душе большая светлая радость. От этого богослужения, как хор поет, и как вообще в храме обстановка. Очень нравится. Мы всегда приезжаем на архиерейское богослужение. По завершении богослужения Преосвященнейший Ефимий, епископ Усманский, поздравил прихожан с праздником и обратился к ним с архипастырским наставлением. Мы не всегда терпим какие-то не то что трудности, а кто-то нам что-то не так сказал. Мы в душе часто возмущаемся, начинаем этого человека осуждать, вспоминать прежние обиды. Но Господь сказал нам, что любите друг друга. И апостол Иоанн Богослов, уже находясь в преклонных годах, он часто тоже повторял эти слова «любите друг друга». И этого будет вам достаточно. Я хочу пожелать вам, чтобы этот дух мира, любви всегда пребывал в ваших сердцах, не только во время пасхальных богослужений, пасхальной радости, но и в жизни, чтобы трудности какие-то в жизни, а их всегда хватает, были легче переносимы с Богом. После проповеди владыка Ефимий наградил Сергея Петровича Москворецкого, главу Добринского муниципального района, медалью священномученика УАРа второй степени за помощь Липецкой епархии в деле возрождения духовно-нравственной жизни России. Мы делаем одно дело вместе с церковью, духовное возрождение именно нашей нации, нашего человека. Это очень сильно заметно в последнее время, особенно вчера мы отмечали 9 мая, очень много людей собирается. Потому что Россия и русский человек, он именно сильным духом. Если нет духа, то мы подвержены разным напастям. Продолжая чествовать Пасху, в праздник Преполовения Святой Пятидесятницы верующие вспоминают и о приближении другого великого торжества – сошествия Святого Духа, дня, ознаменовавшего основание христианской церкви.